Мне туда переться теперь надо. Может, договоримся? Блин. Не могу я тут ходить. У тебя начинает лагать почему-то. А, этот... Хрен с лысой горы сейчас будет уступать. Я поржу. Здрасте! Vincenzo came back. Hey, what do you think, Vincenzo? Did you ever consider trying out for the trapeze? They're good at what they do, Mr. Fenris. I'll give you that. I got my balloon back. I got a princess for my puppet theater, and my pirate ship is sailing the perfect main. So you're a man of your word. Go ahead, count it. It's all there. Need a hand with your stuff? My apparatuses are very delicate, and I don't like anyone in my workshop. Provide the audience, Mr. Fenris, and I will provide amazement. Mr. Fenris, why are you organizing this circus? I know who your investors are. But I promised my wife and daughter I'd clean up my act. But if I don't pull in the crowds for you, those boys are gonna put you in the river. Without cat indeed. I wouldn't care much if they did. Ah. So those crowds better come. I didn't talk to him. I didn't talk to Vincenzo. Деточка. Ты дура. О. Иди нафиг. И... Не, и я согласен, что пойду. У меня тут то есть за этой мелкой, блин, теперь идти. Vincenzo, you know, when he travels all around the world. О, господи. Now we go this way. Follow me. Детям. Excuse me, mister. Do you know where Mr. Vincenzo's workshop is? Yep. Everybody knows where it is. It's by the big clock tower. You can't miss it. But good luck getting inside. No one's ever been. Thank you. Come on. Куда идти-то? Я понял, какой-то колокольный. Только не туда, надеюсь. Да, вроде тут нет никаких колоколен или часовен. О! Халява. Это я возьму. Одна из четырех люм. Будет весело. Oh, no. We just missed him. Понятно. You some with you. У меня есть одна только. В общем, так чисто нам намекают. Ну-ка, иди-ка, найди еще. О, господи. Обожаю все это. Это так, блин, весело вообще, а? О, а вот вторая. Ой, блин. Ну это последняя, так понимаю, голова уже третья. Да? Понятно. Что-то у нас и... О! Еще одна. И где-то четвертая. О, вон четвертая. Блин, ну сейчас будет весело, я чувствую.
deep with some bad people, Dee Dee. Maybe you should make good with them first. Right, Johnny? Maybe I'm no good without my family. Maybe I need my family to make good. Johnny, if this is my train wreck, it's not just gonna be you and the train this time. I'm not gonna let it wreck. Подними меня. Подними меня наверх. Да, а почему? И как мне, вы прикажете туда попасть? А, все, попал. Есть! Я забыл про эту фишку в игре. Знаете. Solar Machine. Дарбальда погнала куда-то. Так. А где тут шарик? Который я когда-то недавно видел. Шарик в район. Это мне нужен, кажется. Ну-ка, сейчас забажим-ка игру. Да как нифиг делать? Ой, обожаю загадки, только они некоторые такие идиотские, капец. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Как же... не хочет что ли, блин? Нормально. Так, что-то нужно, значит, тут нахимичить. Оп, так. Окей. Значит, что-то надо тут сделать. А чё фиг знает? Ну, по крайней мере, я не понимаю. Чё от меня требуется? Ладно, посмотрю, что там. В этой комнате. Может, я пойму что-нибудь. А, допёр, блин. Чё от меня требуется? Только что. Шарик, пошли. Ты мне, кажется, ещё пригодишься. Не думал, честно говоря, об этом. Ну ладно. Сейчас я тебя буду поднимать. В общем, тут надо какой-то... Ты куз... Чё? А, понятно. Ладно, сейчас должен что-нибудь придумать. Ну, пропонут-то должен смочь-то. Навряд ли. Если он не имеет физическое свойство катиться, значит... О, все, отлично. Забросил.
Я, кстати, что-то до этого сразу-то не допёр. Хотя это логично. Уп. И что дальше? Если что, я понял, то что я теперь могу наверх Харрис попасть. О, Solar Machine, солнечная машина. Что? А, окей, мне без разницы. Ты, что у нас? Нет, пуш. О, глядите-ка. О. Звездные войны сразу вспомнил. Когда меч-то увидел я. Только что. Пам-п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 ам. О! О! Игра сохранена. В общем, мне надо еще повернуть так. Чтоб как бы оно меня могло поднять. Не, ну как-то я обязан же ее подвинуть. Эту штуку. Ну, нет, в принципе, мне нужно так поставить, чтобы я мог еще подняться. Господи, я сейчас запарюсь, скажись. Ладно, сейчас надо посмотреть. Я кроме того места, от которого только что понял то, что там... Там можно забраться. Больше нигде нельзя забраться. Вот я сейчас хочу посмотреть. Так, тут нельзя забраться. Вот. Единственное место, где я могу, по-моему, забраться. Да, около которого я стою. Больше никакое. Что ж такое? Так, блин. Чего ж мне вот эту стену показывают, а? Типа я по ней, что ли, как-то должен? Интересно, я могу как-нибудь туда затащить, а? Не в мужах я. Да. Конечно, интересно сейчас будет. Особенно попробовать сделать-то.
Это надо все. О. Могу политика. Да ёб мою. Я знаю, что я могу, блин. Да почему я так вылетел-то хорошо? Да бляха-муха. Надо мне еще так поставить. Не, почему, кстати... Естественно, как-нибудь можно на них забраться. Блин, ну пипец. Чё делать-то, ямали? Я манал. Хорошему, кстати, можно тут разъем попасть. Ой, ладно, пробуем. Так, ладно, пробуем. Сделать то, что я запланировал. Блин, если она бы еще не пролетала бы так сильно. Да блин, почему ты влетаешь-то, я не пойму. Мадам. О! Здрасте. Деточка, ты тут? Может мне на к тебе подойти там что-нибудь? Ну я не знаю, давайте покрутим, посмотрим, может что-нибудь изменится. Да не изменилось вроде как. А, нет, изменилось, кажется. Что-то интересное. Ну-ка, сейчас. Главное все правильно еще поставить бы. В принципе, должен сработать часто. О! Вот этот поворот. Вот это поворот. Только не говорит, что мне что надо будет попасть, а? Я шапупею. Хотя навряд ли. Ну-ка, где нахожусь? А, во! Так, окей, а как мне тут? О! Мужик, ты мне поможешь сейчас как раз.